Популяция фазанов в Гладянском районе пополнилась на 600 птенцов в возрасте 9 недель после того, как общество охотников и рыболовов региона приобрело птиц в Европе. Их закупили для заселения земель лесоохотничьих хозяйств. Ei au fost aduși din Ungaria, unde au fost plasați într-un mini crescătorie de improvizat pe 150 de metri pătrați, care mai apoi vor fi repartizați pe terenurile fondului cinegetic din raion. La moment, pe teritoriul raionului Gloden este nevoie de o repopulare cu fazani pentru mulțirea și creșterea eficientă a faunei și florii. Vânătoarea va fi permisă, reieșind din prevederile legale conform legislației în vigoare. За последние десятилетия их численность повсеместно уменьшилась, и охотникам приходится покупать птенцов фазанов за границей и привозить в наши леса. Мы же общество охотников и рыболов, а для того, чтобы надо насыщать, для того, чтобы интерес появлялся у охотника для охоты. Выпускается фазан за наши же деньги, мы покупаем его, мы за это платим, привозим, все это расходы. На каждого фазана в пределах нужно 2 метра, квадратных метров на каждого фазана. И через 7 дней мы его в пределах выпускаем. Выпускаем в свободных тех зонах, где у нас есть кормушки, мы там тоже строим кормушки, под навесики, чтобы он мог, естественно, где-то спрятаться. Охота на фазанов будет разрешена только после проведения учета. По словам охотников, если еще несколько лет не завозить этих птиц из-за границы, их вид может вымереть. Есть процент, который допускается к отстрелу. Не отстреливается все, когда петух поет. Ну, это потому что у них есть по весне это брачные, ну, как бы песни его. И вот он поет. Если вот мы идем по линии, да, вот, ну, это, который, где мы проводим это учет численности, и поет петушок. Все, мы понимаем, в этой точке, ну, где он поет, там у него рядом где-то как 2-3 курицы. В этом году фазаны были завезены и в другие районы на севере страны. В Сенджирее, Дрокию, Флорешты, Фалешты, Рышканы, Бричаны и Бельцы. Птенец фазана стоит около 10 евро.